Всем привет! Наступило время вкусных, сочных и ароматных помидорчиков, и я хочу поделиться с вами очень простым и, главное, очень вкусным рецептом. Этот рецепт просто палочка-выручалочка перед любым застольем, и также его можно взять на природу с собой, приготовить заранее вечером. Это очень вкусно и очень просто. Берем помидорчики, если они не очень крупненькие, это типа сливки, вот эти небольшие, режем их пополам, либо режем на 4 части. На 1 килограмм помидор у меня здесь полностью написан рецепт. Дальше нам нужно будет просто смешать все оставшиеся продукты. Чеснок продавить через чеснокодавилку. Я буду использовать вместо сухого красного перчика вот такой вот небольшой стручок острого, свежего. Его я режу очень мелко. Ну, максимально мелко, насколько могу, полосочками. Так же само буду резать и болгарский перчик. Его я буду использовать всего одну штучку красненького. Если любите, чтобы насыщенный был более аромат перца, его нужно будет перекратить через мясорубку. Также порезала зелень. Добавляю соль и сахар. Также сюда у нас пойдут и специи. Если вы не добавляли красный перец свежим, тогда он пойдет сюда. Также пойдет сюда кориандр и черный молотый перец. Затем добавляю сюда уксус. Если вы хотите, чтобы они были слегка кисленькие, тогда добавляйте около 35 грамм уксуса. Если хотите, чтобы они были насыщенно кислые, тогда добавляйте 50 грамм. И также сюда пойдет растительное масло. Перемешаем нашу вкусную ароматную заправку. И теперь ней нужно будет нам полить помидорчики и, собственно, перемешать их. И все, практически наше блюдо готово. Перемешиваем, чтобы помидорчики стали равномерно ароматными. И затем их можно сложить либо в какую-то не эмалированную кастрюльку, либо в банку. У меня они пошли в судочек, которым, собственно, завтра с нами они поедут на природу. Им хорошо бы постоять часиков 6-8, я оставляю на ночь, так они лучше промаринуются, и еще лучше они промаринуются через день и будут еще вкуснее. Обязательно пробуйте, это очень вкусно и очень просто. А с вами, как всегда, был Кекс, до новых встреч, пока-пока!